Массачусетс, 1775 год. Как же это все волнительно. Душа моя пылает для тебя. Стоять! Кто это тот у нас? Никак парочка колонистов. Я разберусь. В другой раз. Быть может, это поможет вам забыть, что вы здесь видели. Вечеринка. Когда это сюда прибыли англичане? Вчера. И никто не прискакал с криками «Англичане идут!» Нет. Дебора, мне пора. Вдруг я испортил американскую революцию? Крис, пара вопросов про колониальный Массачусетс. Это срочно. Срочные вопросы про колониальный Массачусетс? Да. Американская революция под ударом. И только ты достаточно знаешь истории и можешь мне помочь. Держи крышу крепче, чтобы не снесло. Здоровенная сумка? Это машина времени. Я летаю в прошлое каждые выходные, иногда по вторникам. Давай, залезай. Ни за что, нет. Почему? Ни одна история, в которой мужик залезает в сумку в чужом гараже, ничем хорошим не кончается. Наша кончится. Что у меня в ногах? Ветчина. Можно есть, а можно других задабривать. В 18 веке ветчина — это, считай, смесь героина с алмазами. 1775 год. Забыл предупредить, что прошлое пахнет навозом. Куда ни плюнь, ляпаешься. Скуренные крабы! Потрясающие! Чтоб ты знал, в красном походу англичане. Плохо дело. Да, нам надо развязать войну. Отцы-основатели собирались в таверне Бахмана. Я знаю, где это. Я там надрался в первый же вечер. А ты любишь выпить? Могу иногда позволить себе бокальчик белого. Во что я ввязался? Мне надо со своей девушкой встретиться. У тебя в прошлом есть девушка? Я сделала тебе шапку. Как раз в пору. Я спряталась в трупе медведицы, и когда самец возбудился, я его убила. Ух ты. А я тебе песню написал. Там, здесь, везде, где ты есть. Ты что творишь? Я пользуюсь фишками из будущего. Чтобы людям понравиться. Народ! Я скажу речь, которая зажжет пламя революции. Нет налогам без представительства! Раб, кто сюда раба приволок? Что-нибудь из кино попробуй. Покажи мне деньги. 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 Хэнкок, Адамс. Покажи мне деньги. Сам не знаю почему, но мне нравится. Дэниел, это правда, что ты пялишь Дебору Ривир? Твоя девушка — дочь Пола Ривира? Я хотел выдать дочь за кузнеца, но мне сказали, она крутит шашни с каким-то проходимцем. Я найду и убью паршивца. А еще можно уважать ее выбор. Как ты смеешь говорить про мою дочь? Я молчу. Личинки. Мы квиты. Ты меняешь историю мира ради девчонки? В 21 веке я полный шлепок. А в 18-м у меня потрясающая девушка. Сил нет какой ты, лошара. Приготовьтесь к путешествию в прошлое. У меня есть план. Вы двое вернетесь в будущее, а я останусь. Что? Почему? Я начну американскую революцию. Я верю, что ты спасешь историю. Держи. Что это? Таблетки от поноса. На тебе бархатные портки без молнии, не будь дураком. Творя историю. Значит, в 21 веке черные и белые станут друзьями. Да. Чушь какая. Что?